Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что к вам мчится и скоро ворвется прямо в вашу жизнь. А мчится к вам, девочки, какой-то мужчина. Ну, не могу сказать, что прям сильно мчится. Скучает, но очень хочет встречи. И мчится, может быть, думает о звонке, позвонить или написать, но очень боится, честно говоря. Еще что к вам мчится и скоро ворвется в вашу жизнь. Какая-то женщина поможет вам решить вопрос. Что за вопрос? Давайте посмотрим. Вопрос с какими-то официальными органами. Но здесь может быть вопрос по, если вы ждете анализа, результата какого-то, да, то есть по здоровью, например, может быть. Анализ, результат там по социальным выплатам, по алиментам, по пенсиям, по кредиту, ипотеке. То есть, ну, в целом, неважно, решение какого вопроса вы ждете. То есть, это может быть любой вопрос, касающийся любых официальных органов. Вот. Женщина какая-то принесет вам известие. Ну, тоже позвонит или напишет. И еще, что, кто мчится, да, уже не что, а кто. И вас скоро ворвется в вашу жизнь. Какой-то мужчина из прошлого будет проявлять инициативу. Причем инициативу будет проявлять очень ярко. Для восстановления или возобновления отношений. Вот. И, а может быть, учитывая, что это просто мужчина из прошлого, может быть, у вас в прошлом и не было отношений, но будет очень ярко себя проявлять, такие действия будут с его стороны, да, то есть ухаживание именно для серьезных взаимоотношений. Вот. А вот этот неуверенный мужчина, да, он хочет встречи, скучает, светленький какой-то мужчина, причем либо живет где-то в другом городе, либо вообще может быть иностранец или другой национальности. Он встречи хочет, но я не вижу его именно активных действий или проявления, да, что-то будет, звонок или сообщение, но что-то такое очень робкое. А вот. Так что вот такие события ворвутся в вашу жизнь.